Привет всем, добро пожаловать на канал Деревеньку пруда. У нас уже с утра жара, сейчас посмотрим, сколько градусов. Так, 28. Так, 28 градусов, уже нормально, уже тепло. 7 утра, ну не 7, уже 8 час. Так, сейчас давайте сходим, покажу вам живность. Я ее неделю не видел. Я смотрю, уже похозяйничал, убрался. Сейчас свет включу. Справа покажу бройлер вам. Тут у меня все пока висит в подвешенном состоянии. Ничего не делается. Так как я был на работе всю неделю. И в эти выходные, я не знаю, будет ли у меня возможность что-то строить. Так вот. Уткам замочил хлебушек. Вот. Сейчас потом разомну это дело. Туда комбикорм, собственно, производства. Ну, размол там все это, мясокоск. Все дела. Вот наши Гоши. Гоша. Подросли маленько за неделю. Ух, полечится тебя, как полетела. Вон наши зайцы. Зайцы наши тоже растут потихоньку. А? Зайцы, растем. А? Потихонечку растут. Вот я им тоже с утра зерница им насыпал. Кленовых веток им наломал, дал. Водички подлил. Все. Лопает, у них тут еще и сено есть немного. Сегодня утром захожу, один, по-моему, вон тот, что ли, да, вон тот, который потемней, башка у него, короче, застряла в этой кормушке. Он делал сено с той стороны, а он почему-то ее отсюда засунул, тут уже пусто. Не чтобы оттуда есть, он сюда засунул, пытается туда достать. Уши застряли и никак не вытащит, вот пришлось его спасать. Дурында. Ну-ка посмотрим, сколько вы там размола съели. Опа. Ух, неплохо вы подъели. Конечно, тёщ всех размолов накормила, даже кроликов. Хотя им нельзя, но она не знала, и никто об этом не сказал. И то, что индюкам нужно комбикорм специально давать, у нас там в сундуке лежит, а тоже не знала. Короче, всех она размолом накормила. И бройлеров всех. Бройлерам мы пока чистый размол не даем. Мы им пока подмешиваем с комбикормом. Сейчас я пойду им, наверное. Или пускай пока подъедят. Не, сейчас пойду им сверху этого насыплю комбикорма. Там как раз немножко осталось. Вот, будет как-то подмешиваться постепенно. Вот. Их тут комарью летает. Кошмар вообще. Ух. Вот я водички подливаю. Так. И, наверное, сегодня, если получится, сегодня, завтра двум петухам, вот одному, вот второму, секир-башка, поедет до Тамбов. Начнем с петухов. Сразу всех не будем. А там как мазь пойдет. Так. Пойдемте теперь дойдем до уток. Так, сейчас я свет выключу у бройлеров. Я им на день свет выключаю. Ну что ты, я туда и ты туда, а? Гоша, а? Сейчас я их свет выключу. Света включаю только на ночь. Во-первых, днем жарко, они особо не едят. Вот. Ну и как бы экономия. А ночью попрохладней. Вот. У них уже как-то аппетит просыпается. Вот я им как раз на ночь свет и включаю. Чтобы они ночью ели. Пока прохладно, усиленно. Ну а днем отдыхали. Ну и по мере возможности ели. Вот опять тут болото сделал.
вот они, кря-кря-кря-кря-кря, тоже подросли, о, это они вас приветствуют, летят, жрать хотят, сейчас я им дам, сейчас я им намешаю, дам им пожрать, что-то рязком с утра не вкатило, вот им рязки тоже бросил, что-то спрокинулись, потом что-то ходят, короче, со мной по пятам, хотят что-нибудь посерьезнее. Сейчас я вот приготовлю что-нибудь посерьезнее. Баллон спустил. Прокололи, что ли? Сколько стоял, не спускал. А это вдруг спустил. Наверное, прокололи его. Ребятишки баловались, походу, с ним. Я вообще вчера его нашел, вот там вот лежал. А? Умка. А, Умка. А? Умка. Умка, умок, что же мыжишься от солнышка, да? Я пузо почешу. А вот кроликов, смотрю, молочай надергали, положили, проверили, это, чуть-чуть просушиться. Так, вот так вот. Разминаем мы эти сухарики, тут были. Сухарики разминаем. Потщательнее желательно, чтобы там кусочек таких больших не оставалось, чтобы они не давились. Вот. И вот так вот разминаем. И потом размол туда. Любимый всеми. Всеми любимый размол. Ну-ка, дорогу в вашу сторону. Так. И размол. Оп. Так, ладно. Рука у меня это. Пока это процесс я снимать не буду. Тут ничего сложного нету. Насыпаю размол туда. Раз перемешиваю все до однородной массы и несу давать уткам. Просто у меня сейчас рука испачкана. И неудобно будет и камеру держать, и насыпать. Сейчас я еще больше испачкаюсь. Камеру пока положу, наведу, а потом тогда еще поснимаю. Вот такая вот масса получается. Как бы каша такая густая. Может, ты себе свой пирог сюда принес. Что тебе, каша понравилась, да? Понравилась кашка, Гош? Ну, подлопай пока. Тут уткам хватит. Иди. Иди, попробуй. Попробуй кашу из топора. А нет, нифига, у него свой рацион. Так, ладно, пошел я утку кормить. Вы лопаете свое. Теща рассказывала, ваши Гоши гусей утка застраивают. Приходят их, прогоняют оттуда. Еду там у них едят, не знаю, не едят. Короче, они их там застраивают. Они боятся их, уходят и даже к еде не подходят. Умка, ты куда пошел? Это, походу, тоже пошел гусей застраивать. Ты тут, да? О, здорово. Проснулись. Сейчас будем завтракать. Сейчас я утку кормлю. Привет, Денис. О, Муся. Что, заждались? Ага, сейчас вас будут кормить. Тега, тега. Блин, кормить придется одной рукой, чтобы снимать. Как там все играть, раса? Не стесняется. О, накинулись как. Обалдеть, я воды только что налил. Вода уже вся черная. Только что налил. Прямо вот перед кормлением. О, лопает. Давай, давай, лопайте. Растите. Так, сейчас я ведро помою. Так, ну все, позавтракали. Теперь поедем выкапывать чеснок. Его уже пора копать. Теща уже пробовала. Земля твердая,
как асфальт. Так что будем сейчас пытаться его выкопать. Он еще там весь зарос, два раза пололи, и все равно у нас весь зарос, как будто мы его никогда в жизни не пололи. Так, сейчас сарай закрою. Так, ну все, поехали мы копать чеснок. Вот, ребят, горох весь убрали. И его, не знаю, тут что, наверное, задисковали или культивировали, я не видел, что с ним делали. Короче, все, поле убрали, все, гороха нету. Ну что, все уже, уборочка началась. Я пока в деревню ехал, там в каком-то районе, не помню в каком, уже рожь убирали, то ли рожь, то ли пшеницу. Уже убирали, комбайн ходили, убирали, и за следом сразу трактор это, дисковал поле, где уже убрано. Так что все, как говорится, началось. Все, приехали мы к теще копать свой чеснок. Анатолий Федорович там уже косит вовсю. Вон там уже повыкашивал тут около дома все. Вот. Крыжовник растет. Ну, косит Анатолий Федорович. Пойдем посмотрим джунгли чеснока. Все, дядя Вася совсем упал. И каску у него забрали. Все, короче, убирать надо дядю Васю. Ух, и джунгли тут. А ведь я уже косил тут. И опять все заросло. Вот тут наш чеснок. Вот попробуй его тут разгляди. Как тут его искать? Одна цыганка тут растет. Чеснока-то и нету. Так что фраза «едем копать чеснок» – это громко сказано. Приехали мы, короче, копать цыганку. Тут такая вот, вот это растение тут так называется, цыганка. У местных. Как правильно называется, я уже и забыл. Канатик надо выкашивать, тоже вон лес стоит. Ужас, ужас. Так, средства индивидуальной защиты я одел. В данном случае при жаре нужно на голову что-то одевать. Пойдем посмотрим, что у нас там делает бабушка. Так, а что у нас там делает бабушка? Пойдем посмотрим. А что у нас делает бабушка? Привет! Да, суп варил, супчик, супчик. Он вам картошку чистит. Да, супчик, да, варить, да. Собралась. Да, приехали мои золотые, поможем. Ребятишки бежали на второй этаж скорее. Я проверю. Вот, столик журнальный привезли, паласик постелили. В общем, красоту вы навели. А девчонки вас спрятались за диваном. Так, ну что, молодежь, пошли копать джунгли. Джунгли зовут. Короче, ребят, вот такой вот у нас тут чеснок. Вот. Вот. В общем, в этот год мы без чеснока остались. Вот. Это ни о чем. Это совсем ни о чем. Вырос он кое-где. Это нам самим
дай бог, чуть-чуть на еду самим просто есть, какой-нибудь закрутки, куда там чего. Мы всего в этом году без чеснока остались. Ну, сами виноваты, надо так, надо было себя сажать. А тут он, получается, был заброшен у нас, без ухода. И не, только он не вырос. Ну вот, ребята, вот этих джунглях мы пытались найти чеснок. Сейчас посмотрим, сколько мы там его нашли. Так, идем смотреть, что тут. Вот он тут, теща, гараж такой. Так, ну вот, собственно говоря, и весь чеснок. Я не знаю, тут пока обрежется, пока усохнет. В итоге не знаю, тут килограмм 2 максимум, мне кажется, будет. Сейчас, может, тут пока это батла, пока все это, может, килограмм 3-4. Пока обрежется, пока усохнет, дай бог 2 килограмма здесь выйдет. Ох, тут уже душно, невозможно находиться. Железо накалилось на солнышке, тут духота. Ну все, приехали мы домой. Вот так вот, ребят, чеснок. В общем, не фонтан. Ну, что есть, то и поедим. Что сделаешь-то? Не хватит, будем покупать. Так, что, на этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки. Все, всем удачи и пока.